Я у монорельса станции выставочный центр. Иду снимать троллейбус 36. Сказали, что он тоже, в общем-то, отменяется в ближайшие дни. Ну вот, пытаюсь достать последний день. Еще 73-й ходит какой-то. Не знаю. Да, монорельс теперь ходит в экскурсионном режиме. Я просто к чему говорю, иду не в него. В экскурсионном режиме раз в 30 минут. То есть два поезда в час. Ну вот здесь конкретно на станции выставочный центр он проходит примерно в начале, в час и в 30 минут. Ну, типа что-то в 3 минуты и в 33. Вот такой вот расклад. Так, я вообще так уверенно иду сюда, хотя не посмотрел предварительно. Почему-то мне показалось, что это именно здесь. 36-й. Вот он, красавчик. 36-й. ВДНХ Южная. Теперь надо найти. Вот. Но я бы, честно сказать, предпочел поехать вот на том, который дальше стоит. Он такой более раритетный. У меня же интересы, видите, какие. Сначала надо дойти вообще. Так, тут никаких объявлений нет об отмене. Нет. Шестой, Бескудниковский переулок. Вот. Ну вот он едет, да. Не знаю. Подожду немножко, вдруг все-таки вот тот раритетный придет. Конечно, чистый, красивый, все дела, но вот дожду. Мегаполис написано. Следующий встал 36-й, но тоже не то, что я хочу, а то, что я хочу, он даже свои штанги держит в опущенном состоянии. Но интересно, что нет никаких надписей на остановке о том, что маршрут закрывается. С одной стороны, у меня, конечно, нет оснований не верить, потому что люди написали,
на форуме. Но с другой стороны, а что же объявлений-то нет? Какие стекла запотевшие. Поехали. Ставят башмаки, как называется, наверное, колеса делают. И он тоже свои рожки опустил. Потенциальный, так сказать, на чем можно поехать. Ну вот достаточно чистое стекло. Хотелось бы вот на том, конечно. Но кто знает, поедет ли он вообще. Может, он тут стоять будет до вечера.
Ну что, наверное, если явных, так сказать, сейчас движений со стороны того старенького 36-го не будет, то поеду на том, который подъедет. Потому что непонятно, сколько его ждать. Нет уверенности. Вот тут какое-то гигантское колесо обозрения на ВДНХ собирается сооружать. Да последнее что ли? Смотрите, водитель пришел туда, в тот, куда я хотел, так что придется, наверное,
Ну, смотрите, похоже, 36-й тут стоящий вторым поднимает штанги свои. Так что, может быть, все как раз и произойдет еще так, как я хотел. Сейчас он его объедет и приедет сюда к нам. О, смотрите-ка, 36-й зажег фары, водитель снимает оранжевую жилетку. Ну вот тебе легче, Даша, я это слышу постоянно. Постоянно говорю. Там мне похуй, что тебе хочется.
Первая Останкинская улица. Следующая остановка. Улица Центра. Следующая остановка. Аргуновская улица. Уважаемые пассажиры, для предотвращения случаев вандализма и других противоправных действий, салон проблемы с обязательством видеонаблюдения просит вас выйти на лестницу подвижного состава. Аргуновская улица. Следующая остановка. Улица Академика Королева. Уважаемые пассажиры, город становится ближе. Открывается регулярное пассажирское движение на Московском центральном кольце. Информация о маршрутах движения и пересадках на сайте transport.mos.ru или по телефону контакт-центра «Московский транспорт» +7 495 539 54 54. Попробую пересесть, здесь очень тесно.
улица Академика Королёва. Следующая остановка – Останкинский пруд. Во избежание получения травм держите за поручни. Следующая остановка – улица Академика Комарова, Институт театрального искусства. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. Обо всех подозрительных лицах, находящихся в салоне троллейбуса, а также в случае обнаружения в салоне троллейбуса вещей, оставленных другими пассажирами, немедленно сообщайте водителю. Из соображений безопасности просим вас не дотрагиваться до найденных вещей. Thank you.
Академика Комарова, Институт театрального искусства. Следующая остановка – гостиница «Останкино». Гостиница «Останкино». Следующая остановка – Ботаническая улица, дом 33. По требованию ЗУТ «Мосгортранс» приглашает жителей Москвы и Московской области старше 21 года, имеющих образование ниже среднего, на работу по профессии. Водитель автобуса, водитель троллейбуса, водитель трамвая, социальный пакет, льготный проезд на наземном городском пассажирском транспорте, гибкий график работы в районе места жительства, возможное обучение, а также профессиональные преподаватели. Подробности по телефону 8495-450-40-40.
Следующая остановка – платформа окружная. Во избежание получения травм держите за поручни.
Следующая остановка – Дмитровское шоссе. Остановка. Седьмой автобусный парк. Пассажирского транспорта осуществляется ежедневный контроль оплаты проезда. Напоминаю, что безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей. А при выявлении случаев неправомерного использования персонифицированных пилотных карт в размере 1000 рублей. Просим вас своевременно осуществлять оплату проезда.
Следующая остановка – Ильинский проезд. Либо 36 ВДНХ, ВДНХ Южная, Беспутниковский переулок. В общем, не зря я ждал именно этот троллейбус. Мне понравилось. И стекла чистые, и объявления хорошие, и такой ретро-стиль. Так что спасибо тому, кто там подсказывал по поводу этого маршрута. Ну и оставайтесь дальше.
возможно, будем продолжать. Всего доброго. До свидания.